3D-планетарій, скалодром та відеоспостереження в автобусах. Проекти, що беруть участь у програмі «Бюджет участі». Наразі на сайті міськради дніпряни можуть проголосувати за проекти, що, на їхню думку, змінять місто на краще. Вже через два дні зможемо дізнатися, які з них реалізує міська влада. На реалізацію проєктів, проголосованих під час другого етапу програми, планується виділити 16 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю тему будемо говорити із нашим гостем. Вітайте, Олександр Купрієнко, голова експертної комісії бюджету участі. Добрий вечір нашому гостю. Давайте почнемо коротко. Что такое бюджет участия, принцип работы, как это осуществляется? Бюджет участия – это по факту такой инструмент при прямой демократии. Он там зародился в Южной Америке, в Бразилии, как ни странно. Сейчас распространился по всему миру, в том числе и в Украине. Уже порядка около 100 городов приняли на местном уровне бюджет участия. Суть его простая. Любой гражданин может подать свой проект, какую-то идею, которая у него была и которую город имеет возможность и право реализовать. И если этот проект победит во всенародном голосовании, то тогда городская власть реализовывает данный проект путем профильных департаментов. Сейчас же, да, схема чуть другая, да, человеку нужно либо приходить к своему депутату, либо приходить в профильный департамент, либо к мэру, либо еще куда-то и просить опосредованно, чтобы что-то реализовали, да. А так у него есть прямая возможность без посредника подать проект, получить поддержку, и тогда, ну, есть обязанность у департаментов реализовать. И в этом он отличается, и в чем он уникален от того, что, ну, есть других программ, которые сейчас есть. Там как бы человек сам не определяет этого. Подача документов – это сложный процесс, вот честно скажите? Или это легко вот написал, оформил и там прошел документ? Ну, смотрите, по большому счету вся подача – это описание проекта, но если человек знает, что он хочет… То есть должна быть смета, описание, детально. Кстати, самое проблемное – это смет, да, все остальное, в принципе, цель проекта, проблема, которую он решает, идея, ну, наверное, человек, очевидно, напишет, для чего он это хочет видеть, да. По смете, конечно, это самая тяжелая вещь, потому что должна быть приблизительная смета, иначе, ну, тяжело понять, ориентироваться. Да. С другой стороны, есть типовые цены, да, которые вывешиваются. Человек на стадии подачи имеет специалиста в профильном департаменте, который с ним связывается и может ему подсказать по ценам, по, возможно, каким-то моментам, которые человек забыл добавить в проект. Ну, да, он же может тоже не знать, сколько там асфальта точно положить, сколько там точно, там, условно, посадить саженцев или еще чего-то. Поэтому, в принципе, если идет нормальная коммуникация между профильным департаментом и автором на стадии подачи, да, а такой механизм прописан, то в целом автору помогают, и, ну, собственно, у нас уже сколько, порядка 600 проектов за два этапа, ну, все сметы попадавали, то есть, как бы, значит, это 600 реально. 600 проектов за два этапа, это, ну, за какой отрезок времени? То есть, это вот за этот год. За этот год, да. 600 проектов? Ну, около того, 290, ну, около. Да, на первом этапе было подано, и 270 на втором этапе, да. И сколько реализовано, или уже вот на стадии реализации? Смотрите, второй этап, сейчас идет только период голосования за 270 проектов, да, ну, там даже не 270, там 253, потому что часть проектов, они были отклонены еще на стадии пред. Ну, первые уже. А первые уже пройдены, и он должен до конца года, проекты должны реализоваться, да. По моей информации, да, то, что есть полностью реализованных проектов, да, сейчас, ну, порядка там 5-6, да, их немного. Их немного, да, но с другой стороны огромный вал, где-то порядка там 30-40 проектов находится в стадии реализации. Тоже немного. Тоже немного, но, смотрите, всего проектов победителей у нас 64, да, то есть, грубо говоря, условно, половина, да, даже большая часть, да, они находятся либо в стадии реализации, либо уже реализованы. Часть действительно не реализуется, ну, то есть ряд причин. Каких? Назовите основные. Ну, смотрите, первая причина... денег нет. Нет, деньги все были выделены, да, но первая причина. У нас на первом этапе департамент благоустройства, он не давал карточек анализа, да, ну, все департаменты должны были дать свои карточки и оценить. Ну, по разным причинам так произошло, к сожалению, и поэтому сейчас те проекты, которые по благоустройству прошли, сейчас мы понимаем, что их там невозможно реализовать, и департамент говорит, ну, я не могу
могу рисовать, потому что там не все соблюдено. Но так как анализа предварительного не было, поэтому, соответственно, мы попали в такую как бы плохую ситуацию. Но эта ситуация, ее возможно сдвинуть, или она уже тупиковая, до конца года не успеет? Нет, кстати, по каким-то проектам идет реализация проектов, да, в департаменте. По каким-то невозможно, ну, действительно невозможно реализовать. Сейчас, ну, на втором этапе, где департамент, да, обоснованно все делал, он оценивал карточки анализа, так что претензий к нему на данном этапе нет, но по первому этапу действительно есть шероховатости. Также есть проблемы, связанные с, ну, знаете, с определенной там задержкой в финансировании, ну, даже не финансировании, а проведение всех процедур, так как по большому счету времени не так уж-то и много было, да, ведь только в июне проголосовала сессия, в июле по факту появились деньги, да, и условно там был август, который полурабочий, и сентябрь, да, такой рабочий, когда эти все проекты сводились до кучи, да, и поэтому я понимаю, что по некоторым проектам действительно есть, ну, стопорение там, где они, наверное, потяжелее в реализации. Но, тем не менее, я надеюсь, что там еще есть много у нас по гуманитарному департаменту, школы, спортивные площадки. Они очень много реализовывают, но и часть проектов зависла. Я надеюсь, что это все исправится. Ну, у меня есть такая надежда. Есть надежда, что до конца года можно успеть. Ну, я на это надеюсь. Мы же для этого это и делаем. Да? Но, тем не менее, я понимаю, что, наверное, часть проектов не получится реализовать. И, к сожалению, это не проблема Днепра. Я знаю, какая ситуация по другим городам, и я знаю, допустим, в том же Чернигове, у них там чуть меньше, да, проектов, у них там 29 проектов, из них было после первого этапа реализовано 7. То есть вот конкретно, да, там, я знаю, в Сумах похожая ситуация тоже, более 20 проектов реализовано 5 и так далее. То есть в действительности на первом этапе, когда это еще пробная, ну, идет, ну, объективно говоря, обкатка, да, к сожалению, получаются вот такие результаты, и это, наверное, скорее вопрос там не специфики города, да, а вопрос специфики проекта, когда департаменты еще не совсем понимают, авторам уже где-то ставят там нереальные какие-то задачи, и оно так не получается. То есть можно рассчитывать, что, например, в следующем году процесс пойдет да, легче? Да, более того, у нас короткие сроки, да, так как мы не захотели проводить один этап, чтобы была реализация только в следующем году, мы захотели, чтобы уже в этом году была часть реализованных проектов, поэтому мы так сжали сроки. Обычно проводится, условно, 2017 год голосование, 2018 целый год реализация, чтобы все успели. У нас же, по факту, первая половина голосования 2017, вторая половина реализация. Поэтому это действительно достаточно сжатые сроки. Тем не менее, очень важный момент, который, думаю, всем будет важен. То есть я, ну, понимаю эту проблематику, и я буду вносить изменения в программу. Я хочу, чтобы они были приняты, кстати, на того, чтобы департаменты имели возможность в следующем году продолжать реализовать те проекты, которые у них не получилось, вот которые они не успели реализовать, потому что часто это там, ну, не есть специально какая-то, знаете, там Шкода, да, а часто это есть, ну, вот такие объективные, где-то, может, и субъективные обстоятельства, но, тем не менее, должен быть шанс, а автора не должны страдать, на мой взгляд, потому что у департаментов не получается, по каким бы ни было причинам. Ну, у вас немного времени для того, чтобы принять эти изменения, поскольку, я так понимаю, конец года и все, проекты, да, которые, ну, тем не менее, реализуются, у нас еще, могут я уверен, будет, ну, там, 2-3 сессии, а может и 4 городского совета, ну, ноябрь, декабрь есть, поэтому, в принципе, эти правки не готовятся, мы их будем презентовать, и я надеюсь, что депутатский корпус их примет. Вот такой вопрос у меня. Вы глава экспертного совета. Как происходит оценка? Кто оценивает качество, количество? Кто судьи? Да, смотрите, экспертный совет, его, в принципе, главная задача, такие достаточно ограниченный функционал, он все проекты, которые поступили, да, от авторов, его задача дать конечную оценку на основании объективных факторов, может ли этот проект, в принципе, быть реализован городом или не может. Ну, не может, допустим, потому что земля не наша, а государственная. Да? Стоит ли выставлять на голосование вообще? Да, такой проект? Стоит ли выставлять, потому что есть объективные факторы, когда это там не собственность
города. Да. Или мы понимаем, что проект будет точно стоить больше, чем максимально возможная сумма. Да? Ну, автор просто там посчитал, вроде может, а по факту мы понимаем, что нет. У нас есть анализы от профильных департаментов. Они дают свой анализ и дают свою оценку. Но, тем не менее, для того, чтобы избежать какого-то субъективизма, да, и возможных кривотолков, да, создан экспертный совет, в который входят и общественники, и представители департамента, и депутатский корпус, и вот такой, ну, достаточно такой пестрый совет, но, тем не менее, есть какой-то баланс мнений, и он принимает окончательное решение. Ну, конечно, там, ну, там 90-95% всех проектов, они проходят, те, которые были поданы. Но действительно, часть проектов, которые изначально, ну, невозможны в реализации, по каким-то причинам, они отсекаются, ну, чтобы мы и жителей не водили, и авторов в какой-то глухой угол, когда они, ну, подадутся, а в итоге не реализуются. И еще вот сейчас второй этап. Меняются как-то интересы участников, проблематика, на какую тему подаются проекты, или они одинаковые по сравнению с первым этапом? Да, ну смотрите, то есть по большому счету можно сказать, что там глобально, да, изменений нет, да, то есть все равно есть самые там базовые направления, да, благоустройство, там, образование, наверное, благоустройство, спорт, в первую очередь там спортивные площадки, либо их различные вариации, да, это там культура, да, ну, то есть все равно базовые они все остаются. Но я бы хотел сказать, что, наверное, на первом этапе больше, так как у нас не было примера, больше ориентировались на примеры других городов. Да. На втором этапе мы уже видим типичные проекты, которые были на первом этапе у нас, и увидели, что, ну, какие есть проекты у нас, и начали их реализовывать на втором, допустим, там IT-классы в школах. Да? Сейчас их достаточно много, их было там буквально несколько проектов. На первом этапе один из них выиграл. Да? Сейчас достаточно много интерактивных классов, IT-классов в школах, новичное образование. Это очень тоже классно. То есть люди увидели, что можно, и, ну, начали это реализовывать. Ну и в завершении сейчас идет голосование по второму этапу. Да. Правильно вы сказали? И реализация начнется с Нового года, насколько я понимаю. Да, с 1 января и весь 2018 год будет на реализацию. До которого числа голосования? Кстати, голосование идет до 11 октября. Октября. Да, то есть это вот буквально через пару дней, но тем не менее... Сейчас там есть определенные трудности в этом голосовании, да, то, что я знаю, то, что ко мне поступает информация, да, так как у нас есть голосование электронное, есть бумажное, да, бумажное через библиотеки и ЦНАПы, ну, многие автора, общественность жалуются на то, что в бумажном голосовании, ну, происходят не совсем прозрачные вещи, то есть, ну, библиотекари, как, ну, насколько мы знаем, да, и там центральная библиотека следит за тем, чтобы не принимали просто протоколы там пачками, да. Но, тем не менее, человеческий фактор никто не отменял, и идут такие жалобы, поэтому, ну, возможно, в ближайший день-два мы будем принимать по этому поводу какое-то решение, да, потому что, ну, это мое мнение, да, я не являюсь там реализатором, есть профильный департамент, есть там профильный советник мэра, но, на мой взгляд, там нужно принимать какое-то решение, потому что, на мой взгляд, на данном этапе то голосование, которое идет, оно может, ну, быть искривлено. Не совсем объективным. Да, и не совсем объективным. Сейчас это вот день-два, это решение готовится. Какое оно будет, но мы узнаем в ближайшее время. Спасибо. Следим за тем и расскажете новости. Конечно, в ближайшее время. Спасибо за визит. Вам спасибо.